все готов. Сириус Кьюфаса. Да. Да, готов. Так, всем привет. Очередной матч в Гремлинах. У нас Гальнериус безостановочно проводит турниры. Прям постоянно. Опять мне выпал бюрократ. Я уже, по-моему, в самом первой партии недавно играл за бюрократа. У меня, правда, был выбор между бюрократом и авантюристом. Я за авантюриста побеждал. Так что, что мне за него играть? Надо за кого-то другого. Поэтому вот бюрократ. Так, кого? Что мне поменять? Вот это далеко идти. Всем удачной игры. Да, тебе тоже. Спасибо. Да, именно. Вот так. Как-то так. О, я еще и первый хожу. Круто, круто, круто. Да будет хаос. Как-то вы... Как-то с вами страшно уже. Да, Кьюфас вообще дикий. Моя новая любимая привязка. Короче, ничего, ничего нового нету. Ничего прикольного. Просто похожу. Бомба-бегунок. Надо вот сюда встать и сыграть чудеса бюрократии. Как-то так. Следственный эксперимент. Посмотрите руку оппонента. А почему ты с меня начал? Ну, я надеялся вытащить у тебя одну интересную для меня карту. Так какую? Но, сокровище? Увы, мне повезло. Ну, спасибо вот. Тебе. Извини. Нравится мне этот результат. Ну, кайфово. О, можно сразу будет на свалку телепортироваться и получить эту шестереночку. Кьюфаса, кстати, я все время забываю глянуть. Еще сколько... на 4 хода посадили. Ну, это на самом деле нет. Ну, повезло просто. Еще и шестеренку взял. О, нормально, еще и баблишка, видишь. Еще и ходит. Ход дополнительный. Меня бы так сажали. Это просьба. Ну, когда я буду готов вот так вот выйти. В ближайшее время попытаемся организовать это. Пойти просто может двойной доход получить. Ну и вот теперь я даже не знаю, что сыграть. Ну, игра такая. Большая халтурка. Нельзя ничего надолго планировать. Ладно. Это я вряд ли как-нибудь сыграю. Конечно. Печально. Больше встать некуда. Ну, вообще-то да. А куда мне еще было встать? Ну, я тоже хотел туда встать. А, отлично, то есть туда еще... Но голда заявила мне обратное. Ты продал шестеренку? О, какая интересная тактика. Че началось-то? Ну, еще и краденым торгуют. Лучше я ее продал, чем буду. Эй, а почему сейчас я вот эту... Получил шестеренку, а продать тебя не могу. Почему мне обновилась эта информация? Потому что ты карту сыграл. Во-первых, ты не получил. Она скидывает две карты, две шестеренки сопернику они отдают. Отдает другая карта. Слушайте, я даже не писал, что бюрократ вообще делает. Конфисковать голоса бесплатно за каждую сыгранную в суде или на клетке жандарм. А. Ага. Два раза слабее при входе в локацию, где есть другие, не взимает взятку с каждого из них. О. Что-то я вот это не использую. Так, ладно. Пожалуй, вот так сык. Но, блин, повисла игра. А, повисла. Да, это только я не сыграл... Такое. В смысле? Я не то сыграл. Серьезно. Печально.
Ну, смотри, я сыграл чудеса бюрократии на той клетке, на которую я хотел ее сыграть, а я сыграл ее вместо этого как ход. Понимаешь? Ну, это бот, скорее всего, выбрала. Вот отлично. Почему она так под... Время, типа, истекло. Ну, да. Я сидел в последних секундах, кликал карту на три хода. Ну, вот видно-то, что все с задержкой происходит. Типа, вот даже досмотр. А тут пинг не посмотреть. Нет, да, да. Только в лобби вот. Можно пинг смотреть, да? Нет, почему пинг меню открыть? 95. Меню? 37, как всегда. Стоп. M или Escape? Ну, в смысле, кнопка с буквы M вверху. У меня 62. Или Escape. Так, ну и куда мне теперь? Два эликсира удачи тупых. Дивиденды. И два дивиденда. Два эликсира, два дивиденда. Далеко ушел. Жалко. Ну, блин, я даже не знаю. Ну, наверное, эликсир надо сыграть. Все-таки плюс один голос. Ай, блин. То есть один... Да, какая-то хрень. Ну, кто хочет для меня неприятность выбрать? Я хочу искупить свои грехи. Это кто, ТЦД говорит? Да, да, авантюрист. Ну на. Сейчас еще раз. Сосять в тюрьму. Ну, нормально. У меня ж не было вроде голосов, да? У тебя ноль было. У всех ноль. Нечем было позориться. Чё-то не пойму, а за что ты сейчас зловредность получил? Вот ты сейчас шел? Полезнейший аппарат. Когда им ходишь, то зловредность получаешь. Ясно. Не того я человека досмотрел. Боже, ты еще все еще ходишь, блин. Ну, он дополнительный ход получает, когда любую карту в казино играет. Читер. Ящик. Читер. Да? Действительно. Читерок. Читачок. Так, ну, эликсир удачи. Чем мы пойдем туда, туда пойдем дивидендами, наверное. Нифига себе, еще и соточка пришла. Ну как. Ау. Так. Не того человека я досмотрел. Слушай, а ты мне что должен это? Был какую-то дань сейчас заплатить. А, только если я вхожу. Только если я вхожу. Это дать в обратном порядке. Жалко, жалко. И как интересно получилось-то. Какой топ-дек интересный. Расскажи нам, что там у тебя. Мы, может, тебе посоветуем, что сыграть. Сыграю, потому что я тебя отнес. Да расскажи, ну что ты... Так у него, он же все сыграл, ну и что, нет у него ничего. Ну, часы Армагеддона, да. Так, а нет, я он... сыграл ради того, чтобы... Слушай, а он, получить. Кстати, на них и собирает денежки-то. Да, я их сейчас уже, прошу. Он уже почти готов сыграть. Только мне... Слушай, вот у меня в прошлой игре у чувака были часы Армагеддона. Он с нас столько шестеренок снял, пока мы не срезали с него бомбой и бегунком их. Да, часы — это жестко. Каждые 6 ходов по шестеренке. Если они будут сыграны ходой так на 10-м с той скоростью, а он примерно так и сыграл. Так и сыграл. Нам светит партия часа на 3. Но мы там долго играли, кстати. Часа 2 мы, кстати, играли, да. Ну, как бы ранние часы, да, ранние часы это жестко. Посмотрим. Заплатить ну, взятку. Что такое делается, люди добрые? Ладно. Нет, он их выкинул.
Опа, чистка. Посмотрите меня руку оппонента. Что? Можете сбросить любые его карты, получив по злачу. Там скинул. Нечего было. Вредность за каждую карту. Услуги гильдии и побег. Ну, Сириус, а почему тебя? У тебя больше всех золота было, кроме, ну, кроме меня. Делать вот эти. Поэтому ты. Что-то как-то ты ТЦД. Видишь? Давайте вот так сделаем. Я предлагаю. А вы меня садить хотите? Так. А нет. Что и это? Вторая карта. Так вот, вас давно не досматривали. Да что ж вы все такие честные там? Слушай, ну нет у меня. У меня фигня полная. Если бы я стоял где-нибудь поближе к хаосу, я пошел бы просто карты менять все. Давайте мне вот это и... Она тоже, она похожа. Самое прикольное, что ты... Что мне пришло то самое, что ты у меня забрал только что. А это я отдал. Нет, я отдал другую для... А, да, точно, другая. Мы поменялись картами. Она тоже для свалки, но другая. Неудачно. Я надеялся, хоть у кого-то будет. Что-то криминальное или секретное. Ну, у Сириуса две раньше было, но я их сбросил. Да, всем все подбрасываю. Так, ну я даже не знаю, что мне тут играть. Ну давайте хоть дивиденды получу. Но правда, вот смысл их играть, если у тебя плюс небольшой. Ну, в банк обычно ходят даже не для того, чтобы карты играть, а чтобы ну, просто да, зайти да. в банк поднять при банке. О, вот это классная штука. Ну, тут лидер, по-моему, определился. Я не знаю, по-моему, чувака надо ребят, унижать. Ребят, седьмой ход, вы что делаете? А ты нам уже не нравишься. Представляешь, что дальше будет? Неприятно. Обвинение. Я надеялся сделать себе более иное впечатление. Ну, ладно. Ай, ну мне, наверное, придется... А, я не буду говорить, куда я пойду. Да мы и так все поняли. Кстати, вот мне механический постовой пришел. Прикольная карта, если бы на нее деньги накопить. Постовой — это жесть полная. Ну, ну. Она столько денег дает, если ее рано сыграть. Отлично. Ну что вы делаете? А что, думаешь, тебя надо досматривать, да? Ну, а, выберите место действия карты и посмотрите карты, если... Ага. Если у него, если у игрока в руке будут карты для этой локации... Ну я просто... Кьюфас, я просто знаю, какая у тебя есть карта. Поэтому сам понимаешь. Ну ты сам так сделал. Ко мне выкину 420, у меня не останется. Это я тоже тогда выкину. Не дам денег. Ладно, я. Да, жадобина. Почти. Еще, кстати, вот у авантюриста эти классные способности, что он может перебрасывать кубик, получать бабло за это. Это вот все нечестно. У них всех свои перки есть. Тоже хочу иметь много прибыли. Блин, все бабло зарабатывают. Ну, небольшую халтурку придется сыграть. Теперь оно у меня кончилось. Просто небольшая халтурка. Левка. Так, что-то я не пойму. У меня был голос в конце прошлого хода. Куда он делся? Один есть. Ну, это я... А, ну да. До этого я один конфисковал. Да, все, вспомнил. Он теперь мой. Переменчивая натура избирателей. Так, и с чем избиратели... Подачку сходить. Должны... Да что ж такое-то, прям стыдно. Нет, что вот это?
Ау. Что-то происходит с тобой постоянно. Не повезло. Да, что-то я удачными голосов заработал, конечно. А, то есть тебе еще и голосов не дали за это? Ну, мне дали один голос, но я отдал два, чтобы не получать зловредности. Классно. Круто. Зепска. Я попал на первую страницу. Так, блин, ну я не знаю. Я даже не знаю, что мне делать. Аукцион, фиг, я буду, у меня денег нету. Кому-нибудь другому давать его сыграть нафиг надо. В принципе, я даже не против попасть в тюрьму, чтобы быстрее... Не. Нет. Можем организовать это. Давай. Но только на следующий ход. Нет. Страшно. Так, ну мои-то планы на этом исчерпались. Мне-то что? А выгодная делка. Что делает плюс 10? Ну, вот, так, кроме раз, два, три, четыре. Вот дух в лампе сыграть. И там подачку тогда. А что сальто мортали делает? Я на такую же клетку? На такую же любую другую. Да, я хочу рискнуть. Да. Да, слушай, да ты везунчик. Я не тот человек, видимо, который должен рисковать. Ты прям безостановочно лаки. Чего меня? Правильно, правильно. Ты же спрашиваешь? Ну да. Человек. Не ты нас спрашиваешь. С плюс 70. Дух в лампы неплохая, конечно, карта, но я фиг туда дойду. Ну, пороемся на свалке. Надеюсь, я не такой лаки, как... Да, нормально. Нормалек. И вышел сразу. Ну, ничего себе. Ха. Авантюрист. Удача явно на моей стороне. Слушай, ты... Слушай, Кьюфасы, иди его как-то потрогай, не знаю, там... Передай ему, зарази. Пускай у него начнется тоже. Вот он уже там поймал вполне удачно. Что это за рука? Это Gremlin Incorporated игра называется, если ты про это спрашиваешь. Тут, в общем, надо кубик кидать, ходить по клеткам и играть. Давайте вот. Слушай, я не понимаю, я же бюрократ, почему ты пытаешься отобрать у меня законное губернаторство? Объясни мне, что это за... Потому что мы все хотим, чтобы у нас был губернатор-железка такой вот робот. Нет, только ты один хочешь, и Сириус туда же, нормально? Еще я отобрал у меня голоса. Боже, ничего себе, что там началось? Удачный пиар. Удачный пиар и пропаганда. Нормально накопил так. Так, мне надо вот выгодную сделку. У меня, кроме раз, два, три, четыре, пять. А, вот у меня есть механический щитовод. Отлично, отлично, отлично. Даю. Ну что, может накопить? Круто. Вот этот круг почета мне нравится. Еще бы раза три так. Сто пятьдесят. Ну пусть будет это, мне ходить катастрофически нечем. Катастрофически. Да, а мне больше и так денег. Я вот могу два использовать сюда, вставить и получить сотку. Все. А где мне еще денег брать? А так хочется механического пустового сыграть, откровенно говоря.
Да ладно, игра. Ау. Последние 9 голды забрали. Волшебный сундучок — хорошая штука. Он был бы еще более крут, если бы мы не по 50 теряли, например, минус 10 от дохода. Как ограбление, да? Его бы тогда проклинали. Раз, два, три. Блин. Не знаю даже, куда идти. Если нету карт, зайди в астрал. Тьфу ты, в преисподнюю. Ну, есть несколько карт. Просто хочется, может, их сначала сыграть. Да ты надоел сваливать из тюрьмы. Ну, я там тоже жить не хочу. Деньги. Попробуем какие-то деньги в казине заработать. Ну, блин, только шестерка мне даст. Богатство. Его, правда, уже тратить не на что. Не знаю. Вот, конечно, 200. Раз, два, три, четыре. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Пусть, допустим, вот так. Пойду я, наверное, сброшу и попытаюсь еще эликсир удачи, типа, в жертву принести. Короче, пойду я тупо менять карты, видимо. О, это круто. Что ты расстраиваешься, ТЦД? Да действительно, у меня 3 шестерни забрали. Вот. Всего-то. Действительно, всего-то. А, еще и со мной нужно. У Сириуса 7 шестеренок и 370 колды. Ну да, надо со мной. У меня нету 70 колды. Не, я всем сделаю развлекуху, радуйтесь. Что происходит? Каяв. Вот это было очень некрасиво, я бы сказал. По-моему, ты себе пирочки сделал, тоже плохо. А мне не на что их тратить, у меня нету карт нормальных. Эй. А эти вон там что-то ходят, что-то покупают. Так. Ну давайте тогда на выборах побеждать. Раз пеленки подрезали. Слушай, Сириус, у тебя же было 10 голосов, по-моему, когда-то. Или ты их потратил в этом, в офисе? Ну, что ты потратил-то? Там карта была за... А, подножка конкуренту? Подножка конкуренту, она за голоса играется. О, вау. Ну, а что еще сделать? А что, вы думали, я не сделаю этого? Там же какая-то хрень у меня. Эликсир. Самая бестолковая постоянная карта. Ну. Ну да. Поэтому и удобнее всего, конечно, этим. И что чертовщина делает? Просто плюс 20?
И уполовинивание... Слушайте, уполовинивание... у него уже плюс 90. Плюс 90. А его топить просто пора всеми средствами. Вообще но только не забывайте про Сириуса с семью шестеренками. О, да. У него уже... Он же 23 ему осталось всего лишь до победы. Ты вот накопишь, у тебя 90. Ты за несколько ходов 1000 накапливаешь. И идешь просто там, не знаю, армию хаоса, например, покупаешь. Плюс 13 шестеренок. Но мне бы сперва накопить эту 1000. Денежки-то сейчас попрут. Так, что мне тут пришло в итоге? У меня способность, у моего бюрократа, что я должен играть карты на этом, на жандарма. Полицейские, да. У меня за всю группу один жандарм был, и все. Честно это? Нет, конечно. Так, ладно, кто мне хочет неприятность выбрать? Я. Нет, ТЦД уже выбирал, Кьюфаса. Я бы с радостью выбрал еще одну инфляцию. Ох. Ладно, я не оставлю. Нет. Там так и так была бы сотня. Только вторая предлагала выбор заплатить 100 или потерять прибыль. А вот сейчас 119 заплатил. ТЦД, кстати, вообще без денег сидит чувак. Ну, денежки пошли. Без денег? Да уже он нафармил себе там в казино. Или 5. Блин, у меня на 5 как раз. Ну, блин, почему у тебя карты жандарма, а у меня нету их? Ну, что за хрень? Пожалуйста. Я был бы только рад, если бы мне позволили сбросить половину этих карт. Увы, но не угадал. Только искренне рад дать денег. Деньги. Блин, мне все равно голосов не хватит, кстати. Плюс 8. Может и не заходить тогда туда. Да я схожу. О, везука. Что у меня будет 9 голосов, но при этом Кьюфаса типа добрый, то есть он победит. Его. Я иду сбрасывать карты. Хочешь, можешь заглянуть ко мне. Ты там ничего особо опасного кстати, не можешь найдешь. Может мне тоже пойти карты сбросить? Пойти. Больше денег. Ёлы-палы. Лучше 150 голды заплатил бы. Слушай, а вот самая меньшая зловредность, она плюс 3 на выборах, понятно. Да, плюс 3. Не очень хорошо везет. Ну, нету смысла. Пойду просто... А вот его надо ловить. Я тоже решил карты поменять. А, наврал авантюрист. Сказал, его надо валить и пошел. Смотрите, что сделал. И проиграл сатен. Все равно в плюсе. Еще ходит. Опять на круг прошел. А теперь я точно иду сбрасывать карты. Я что-то ничего не могу больше сыграть. Это все деньги, это 2 голоса. 3 на деньги и 2 на голос. Кубас сейчас пойдет тоже сбрасывать. Не, ну у меня вот откровенно просто какая-то чушь бесполезная. Да у всех бесполезная чушь. Давайте. Что-то ценное несет. Я не верю в свою удачу настолько, чтобы не платить взятки. Эй, это губернатор, поклоняйтесь машине. Мы не
не будем рабами, мы будем завоевателями. Подтасовки. Отлично. А, yeah. Отлично. Кьюфаса, я не буду рабом. А, вот зачем он туда идет. Нет, походу буду. Ты слишком рано начал злорадствовать. А вот это нехорошо, ну, как же делать. А, спасибо. Наслаждайтесь моими шестерёнками. Я благодарен. Ну, если бы у него еще банкомат был. Ну вот, мне тоже кажется, что ему еще и банкомат в руки, если дать, будет совсем плохо. Я спас человечество. Я больше вам не плачу. Хорошая карта, но все, две шестеренки. Блин. Тема интересную находку. Пропустите ход. Классно. И сядьте в тюрьму. Классно. Отлично. Ну-ка, так эти к лучшему. Мне нравится. Я совершу побег. Одобряю. Два в одну. Перекинет на свалку. Попускаешь ход, сидишь в тюрьме. Потом оттуда я смогу на базар попасть и сыграть дикую. Так, а куда мои деньги? Может... Да, это я эту двадцаточку заплатила, она кончила. Может, попробовать тут деньги заработать как-то. Слушайте, а в тюрьме же как-то можно деньги заработать, или мне кажется? Да, там есть такие карты. Начиная со второго тюремного уровня, есть шанс получить карту, которая плюс 100 дает. И плюс по 50 с каждого сокамерника, у которого тюремный рейтинг ниже, тюремный уровень. А на пятом уровне там вообще зло есть. Соперник теряет чего-то, денег, по-моему, x10 от своей зловредности, и ты получаешь половину от этой суммы. Все-таки хочет стать он губернатором. Я не хочу быть рабом, а не губернатором. А я буду туда-сюда гулять и зарабатывать деньги. Вот кого надо останавливать, а не меня. Не надо меня останавливать. У меня ни одной шестеренки вообще. Я тут сама безвредность. Слушай, потому что я три забрал. Ты так вяло говоришь, еще... не надо меня останавливать. Что тебе реально не хочется останавливать? Кажется, сейчас заснешь где-нибудь. Вот меня бы такую карту завезли бы. Офигеть. Все копил, ускоритель, блин, а, думал... Мне, как предпринимателю, самая нужная карта, блин, а. Все копил, да. бегал. Вернулся к своим родичам, на колоду. Продать за 200? Нет. Кьюфас, я не буду рабом. Наконец-то чистка. Давай. Заебись. Класс, не ругайся. Кем вот бы ты не был, вот просто вот... Погодите, а что сейчас случилось? Ну, узурпатором стал. Это воздаяние было, я же ничего на нем не потерял, мне все нормально. Я думал, это уполовинивание денег. Мне не страшно. Какой ты слишком добрый для гремлинов. Я вообще сама добрая. Ты случаем... самый настоящий гремлин. Да, не переодетый ли ты фея случаем? Да, вот такая. И что, ты даже взятки... А, нет, начал. Не понял, ты остал... А, блин, был губернатором Кьюфаса. Да. Да, что-то я вообще... Теперь у него 90 прибыли, 600 монет, 5 шестеренок, он губернатор. Это просто... О, наконец-то... Крич о том, кого надо топить. Наконец-то я могу чистку сыграть. Так, что она там делает? Посмотрите руку оппонента, можете сбросить любые его карты, получив... жандармас. Блин, так это хрень какая-то. Не, ну это можно вот почистить. Эти оба так, Кьюфаса, давай твою гляну. Не надо меня смотреть, и тем более мне не надо ничего скидывать.
Угу. Так, ясненько. И что там за карты? Вот те самые, которых у меня больше нет. Просто как на... Вот такой славный рупор демократии. Что-то я деньги получил за что-то. А, самому бедному? Не, он на выбор давал. Ну, видимо, такой я был самый бедный. Жадный и туда мое. Ну, опять тюрьмы сижу, не знаю, сколько ходов уже сижу в этой партии. Ты понимаешь, у тебя 7 шестеренок. Понимаешь, у тебя 92 колды, блин. Я особо не вижу плюсиков на моем пути. Я бы на твоем месте, кстати, к Юфасу больше опасался. А ну меня. И до него очередь дойдет. Даже апелляция не проходит. Ну так с таким-то губернатором какие апелляции? Он там сидит просто все. Отказать, запереть навечно. Отобрать все. Ему уже видно, какой он губернатор. Я все вот, гремлины так и поступают. Вот при мне разве было что-то такое, пока я губернатором был? Мне такого не было. Я еще исправлюсь. Давайте сделаем меня опять губернатором. Плохая идея. Да, это будет правильное решение. Эй, карандапогало! Сам ты карандапогало. Блин, хрень какая-то все мне выпало, ну ладно. Я переодетая фея, я. Ей! Ой, мне бы это очень хотелось сыграть, но не получится. Мне нечего опять ходить. Деньги. Больше денег. Больше денег. Опять еще больше денег. Нифига себе. Вот кого надо опасаться. А ты замедлитель будешь играть или нет? Не знаю, я подумаю. Вообще ему осталось 120 золотых до 1000, он там может на... Ну да. Есть. Поэтому его и надо останавливать. Нет, не надо. Дай губернатору исправиться, Сириус. Нет, губернатор... О, какой? Есть перевыборы. Кто тогда станет губернатором Кьюфаса? Нет, да, нет, да. Нет, нет. Тогда, к сожалению, Сириус, у тебя вот такой вариант. Я думаю, тебе понравится. Нет. Я нес минус 5 шестеренок, те седы, блин. А ты хотел перевыборы, чтобы Кьюфаса получил кучу возможностей дойти до Астрала и купить за 1000? Да. Ну, так был бы замечательный план. Ну, блин, что делать? Зачем ты хочешь меня замедлять? Это не интересно. Ну, слушай, там же минус 1 шестеренка, что ты... Ну, не будет, значит, минус 5 шестеренок, что я могу сказать? Так грустно говоришь. Да, че. Слушайте, ну и что мне взять? Я бы взял класса. Зачем? Ну, выборы скоро будут. И ты будешь побеждать на них. Кьюфаса там в сторонке постоит. Ну да. Со своими пятью. Восьмью. И все. Какие скоро выборы? 14 ходов? Не. Деньги тоже хорошие варианты. Механический бюрократ тоже хорошая штука. Только вот 14 зла вообще не прикольно. Но у меня 12. Что, судья, не понял, откуда такие взятки адские стали? Ты только что механического бюрократа сыграл. Я отвлекся. Нифига вы злые. Да вообще. Ну, кстати, вот один из плюсов бюрократа, за которого я играю, что у меня как раз зловредность в два раза меньше влияет на взятки. Блин, Сириус, ну ты... А, очень хорошо. А то мне туда надо как раз. Подписываться, по-моему, в этот тюряге. Вишь, муж, вишь. Да не, давай это... кандапогало. Да
Так, кого арестовать? Кьюфасу, конечно. Он там идет. Ну что? Ну ты идешь что-то на заводе какие-то шестеренки делать. Мои стратегические планы. Выпустите меня отсюда. Я не это имел в виду. Я не это имел в виду, подвыпустите. А я реально могу набрать 1000. А, я уже набрал 1000. Вот еще проблема. Он очень близко к преисподней. Да. Как интересно, как внезапно. Отсюда следует 13 шестеренок. Это вообще не прикольно. И он тебя только на 2 шестеренки опережает. Но суть в том, что опережает. Карма. Я уже первый по зловредности? Обалдеть. Так. О, неплохо. А клетка вроде бы не действует, да? Ну, не действует, но мне в этот район надо было все равно. Подачку могу сыграть. Сыграй. Да и трудовой будем зайти. Ладно. Попробуем так. А, не выпало ничего. Сейчас заглянем сюда, астральный. Нет, только не меня. Так, Ефасу. Да на здоровье. Вот, а вот секретную разработку было жалко, между прочим. Слушай, ну его ж посадить надо, а не... Я пытался. Или деньги какие-то забрать. Да сейчас у него неприятность какая-нибудь будет. Я пытался. Минус 1000. Знаете, вам всем денег, подарок. Я не губернатор, просто подарок. Эх, плохо. И нам явно что-то делать нужно. Нет, ничего не нужно, я вообще невидимый. Ну, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Я не тот робот, который вылез. Да вы его удержите, нет? У вас есть что-нибудь? У меня нету. У меня нет. Да пускай берет 13. Слушай, у него 0. У него будет 13. Он даже не особо далеко уйдет. Надеюсь, вы будете помнить меня. Я опять он пошел. Как темная лошадка. И что? Нифига себе, вы такие вообще. Ты думаешь, у меня не сейчас... будет 1000. А, ты думаешь, он сейчас так поставит? Либо отправится в Терягу. Так он отправится в Терягу, потом опять пойдет наверх. Хотя, это хороший хитрый вариант, Сильвус. Да. Вау. Окей. Сириус просто бросился вообще под танк. Дал все деньги, и пойдет вышел победителем. Вот он сейчас пройдет в Инферно и что-нибудь там сыграет. А это все что? Было... Что? Идол этого, который 5 очков дает, он бесплатный. Отлично! Этого пропустили в итоге. Вот кинулись на меня все, да? Вот вам. Так а что произошло, подумаешь? 8. Ничего. Я-то 8 получил, а ты целых 14. Или сколько? 13. У меня 14 будет, у меня еще плюс 1. Просто. Что происходит? Да, я не хочу тут сидеть. Но он хотя бы отдалился от... Или нет? Это и... Слушайте, вы так со мной поступили? Ну, ладно. Вот замедлитель таки. Хоть избавиться от него, наконец. Надо тебе в банк. Я еще раз хожу. Я хожу. Почему ты, Фьюфасу, так поступил с Абдой? Это просто роботы-шестеренки, знаешь, перегрелись, очень... он всем мстит теперь. Я очень боюсь людей возле банка. Я просто это обычно... единственная ближайшая клетка плюса. Несут какой-нибудь ужас. Доброволец, пропустите ход или 4. И правда пожертвовал собой. Да? Остановить. Он а как? Он а какие люди-то бывают? О, трюк. О. О. Круто.
Ну алло. Да-да, я вас слушаю. Что это такое? Что? Ну я не хотел на неприятность так попадать. Но можно было Кьюфасу посадить туда. Человек с деньгами возле банка. Кьюфасу? Говорил? Ну, да. Да ёшкин ты кот, игра, ну хватит мне тупики давать. Он уже эту тысячу свою не сможет. О да, у меня куча, уже куча. Что это такое в самом деле, а? Вот с такими картами в банку. Ну, так, блин. Я просто поменялся местами, чтобы за неприятность не попасть. Это вот. Я даже не... Мне свои карты отдавать жаль, чем эти забирать. Ну, извини, твои проблемы. Хоть бы спросил, типа, хорошие у меня карты, нет? Будет больше денег. Да? Он идет. Присмотрите. Я только что эти карты отобрал вообще. Круто. Что происходит? Так, я кому даю? А, я ТЦД даю. Да. А, ну, мне нечего тебе ничего хорошего дать. Интересно. Кьюфаса, досмотри. Ну ты серьезно, ему только что ограбление отдал. Yep. А ты так делаешь. А это разве можно так говорить, что ты кому-то какую-то карту отдал, чтобы его досмотрели? Это, по-моему, нет. Технически нет. Ну потому что это получается как бы такой подыгрыш. Ну да. Не подыгрыш, а подстава. Это ну, больше подстава, так. Вот если ты отдал, и Сириус сам посмотрел, как бы, вот ну, это хорошо, подстава. Хорошо, хорошо, так... все, больше так не буду. Так, что тут? Скажите, мне на один ограбление ход... Я все равно сейчас вытяну. Небольшая халтура. Этими деньгами бегать с криминалом далеко не убежишь. Ну, небольшая халтурка. У нас за судья такой, какими-то халтурками все в офисе. Нет. Да, вообще судья плохой. Небольшая халтурка. Кайф. Какой-то Вики, я ее не боюсь. И неудобно. Это подстава Сириусу, что ли? Ну, это неприятность. Я тут если, если никому не халтурка. Обычно мне не везет. Ограбление. Боже, что у тебя тысяча постоянно? Я же не трачу ни на что. Почти зарабатываю много и шестеренку продал. Я вот подумаю, может 2000 накопить? Нет. Дестройер там на 20 очков, это интересно. Но, да, есть такая хрень. Скорее всего, не выплатил. Вот бы сейчас неприятность и уполовинить доход. Я был бы так счастлив. Она, не она доход, в смысле, а денег. Ну, да, наличность, но она уже вышла, и она вернется в колоду через 5 неприятностей. Именно поэтому я не буду копить 2000. Круто. Есть сильное опасение, что я их не успею скопить. Так, ну что нам дальше? В принципе, А, у меня есть у меня на 2 сальто мортали. Могу сыграть, перебраться сюда и джекпот потом сыграть. Как вариант. Человечески-то не походить никуда. Ты хочешь меня еще раз посадить? Как-то стать. Ты что, реально не хочешь 1000 потратить на 13 шестеренок? Или ты пойдешь в астрал? Посмотрим. А чем в астрале лучше, чем
Сириус опять сыграл бы как жертвоприношение. Да, да. Прекрасная игра будет. Да ёлы-палы, ну... Просто антивезение. Вот у нас у того чувака, который в той игре сыграл часы Армагеддона, его настолько все стали не любить, что у него в итоге был доход ноль просто. И он всю игру с нулем сидел, никак не мог выбраться. И беднягу. Ну за часы, да. Посадили парня. Обана. Гаджет. Ух ты. О. А, нет, стоп. Что я делаю? А что ты делаешь? Я подумал секонд-хендом походить. И думал, у кого карту сбросить. Потому что по-хорошему надо Сириус. Он явно что-то туда несет. Но Сириуса топить сейчас просто как-то вообще смысл. Негуманно. Да. Я бы на твоем месте Кьюфаса топил Кьюфасу. Это противоестественно для Гремлина. Самого себя. Ей! Ну как? Тут сальто, а не подстава. Или как у них там русская версия? Люк. Не буду. Пускай денежки будут. И полетел. И полетел. Опа, не туда, куда ты думал. Ну да. О, я следующим ходом наконец-то использую свою способность, типа зайду и голос получу. Не сегодня. У него дополнительный ход. Ну что за хрень? Там у меня... не голос, там взятка, это было бы 37 минут. А, взятка. Ну блин, у меня что-то в этой игре... Я даже не уверен, можно ли ее получить с губернатора. Никогда не проверял. Сейчас я посмотрю, там должно быть написано. А, не платят только если в тюрьме. А так про губернатора не написано. Губернатора можно получить. Шестеренки. А вот и у него соточка. 110. 110, нифига больше себе. Либо. Так, что тут использовать? Да, хорошо быть губернатором. Не, не буду. Да играть. Что ж вы такие магнаты-то, а? Во-во, делитесь с предпринимателем. Ну, да. Да, побежал. Слушай, ну ты зловредный, ты зловредный. А я настоящий гремлин. А. И это тогда отсюда. Удачно. Вообще-то, ну, да, 4 не худший вариант, потому что теперь я могу сделать вот так. Вау! Ничего себе! Ты что, пойдешь в астрал все-таки? Издеваешься, да? Ну, я еще раз, нет, я еще раз пойду в банк. Опять Сириус так долго шел к этому плюсику в банку. Нечаянно. Так, что вот этот... Сириус здесь самый обиженный. Вообще, я сидел в тюряге не знаю сколько. Сейчас не знаю, что, ну кошмар. Долго выбирал, честно говоря, но... Сорян, ТЦД. Ей! Ясненько. Мои душевные муки. Да нет, это наоборот нормально сыграно.
и душевные. Блять, я же ход пропущу. Да. Так что. Ну не слушай, круто. Не ругайся, хорошо? Хорошо, хорошо, хорошо. Ау! Так, вот это уже сговор просто. Что это за топ-деки такие отвратительные? Нормально все. It's magic. Последнее место, куда я хотел сейчас попасть, это в тюрьму. Потом 33 монеты, две видите. Нет у меня времени по тюрьмам сидеть. Две волосатые лапы. Сильвер, к плюсику идешь. Сэр Магеддона, мне бы их. У кого часы Армагеддона? Сириус забрал. Сириус походил на них. Нет, чтобы накопить 1000, да, или сколько они там стоят. У меня с выборами кирдек полный, да? А, 900. Почему кирдек пол? Нормальный все? Нормальный с выборами? Ну, да, все так, как должно быть. Железяка хочет быть губернатором. Три, четыре, пять. Блин, чё я никак не могу попасть? А, блин, я хожу. А? Ну да. Я чё-то сижу, жду, молчат. Когда походят. Вот, следственный эксперимент. Можно будет сыграть. ТЦД, теперь ты ходишь. Я знаю. И в тюрьме понравилось. Да. Ты знаешь, я пойду лучше. А, блин. Вы мастерски просто. Ну я не хочу деньги тратить. Я был готов сесть. Вместо того, чтобы тратить деньги. У вас там, блин, плюс 100 вход. У меня плюс 50 всего лишь. Меня это пугает. Вы пугаете. Ну, эта погода вообще не делает. Интереснее. Да пожалуйста. Вау. О! О, хорошая карта. Что? Пришла. Я топ-дек обеспечу. Нет, хорошая карта просто. Вау. Мои денежки. Найс. Nice. Что ж ты делаешь? Так, так, так. О, там, кстати, карты обновились. Сейчас будем искать то, что нам нужно. Мне нужны неприятности, о, да. Вот что мне пришло. Это просто мне что-то вообще эти тенденции не нравятся. Если сейчас прилетит инфляция, я столько мата услышу. Я не буду матом ругаться, не волнуйся. Но фаза стоит на неприятности, поэтому не сегодня. Больше денег. Вот я же сейчас пойду тратить эту 1000, я же сейчас выловлю эту инфляцию. Хорошо, я отдохну. Все, парни. Я донес. Вау! Тысяч, пуф. А теперь инфляцию, пожалуйста. Ну? А, Сириус ходит. Я просто все... Висит надпись, что Кьюфаса меняет свои карты. А, ну надпись сюда, пока он ходить не начал. Ну что ты делаешь, Ярис? Что же у вас такое происходит-то? Что-то он не любит тебя, по-моему. Насадило в начале игры. Еще и по максимуму каждый раз впаивают.
перехода слезы. А у кого-то механический бюрократ, по-моему. А, там нет. Бюрократ не продлевает срок. Какой-то тюремщик продлевают. Понятно. Построю. Не понимаю, что там происходит у себя. А если я в суд телепортируюсь, я смогу сыграть карту? Да. Ой, голоса забрать. Да, наверное. Да. А нафига? А, блин, не поможет. А, ну, ты один голос хотел забрать? Я не видел то, что у тебя голос. Понятно. Я думал, там 4 голоса лидер класса. Круто, да? Там губернатором. Прекрасный план. Мне тоже понравилось. Почти сработал. А я отдыхаю в инферно. Мне нравится. Тут тепло, уютно. В смысле, а ты пропускаешь ход? Ты что-то сделал или... Я неприятность по пути в инферно поймал. Получить 4 зловредности или пропустить ход. Ясно. Я очень не люблю зловредность. Потому что сейчас она мне даст 3 голоса. О, я же сейчас стану... Я же сейчас стану губернатором. Да. Круто. Блин, так часы тикают. Напряжно. Ей! Ура! Так. Да, спасибо. Кто за меня голосовал? Признавайтесь. Это наша темная лошадка. Я даже знаю, что он туда несет. Что несет? Расскажи. Радость несет, которая... Ну... Я надеюсь, что это та гадость, потому что за такие деньги можно много всяких гадостей сыграть. Просто я могу этому помешать. А если я несу? Да перестаньте у меня все отбирать-то, ё-моё. Надо тебе. Моральная дилемма. Давай, зловредность. Зловредность давай. Да. Ладно, что это за взятки по 43 штуки? Верства какие-то губернаторские. Вот когда я правил, у меня были низкие взятки. Да что ж вы все бегаете по инфернам всяким? Чё за выкуп? О боже, минус 150. Чертовщина! Найс! Ну, я все равно сыграю. Ну да, там... Эх, я пытался. Стингхри унесет за 250. Не, ну это ж не самое, извините, только на одну... А, вообще только один в один иду. Ну да. Там просто же сейчас есть это за 500 новое секретное, которое сама дает, по-моему, 8 шестеренок сразу, плюс с каждого соперника одну забирает. 9. 9, да, то есть 12 шестеренок в партии. Круто. На четверых. 500 монет, что я не хочу. Давай, игра, нарисуй мне шестерку. Я тебя не люблю, игра. Дополнительный ход, что мне с ним делать? Это... Что за реформа? Заплатите или сбросите? Все сбросил? Да, внезапно мне стало не надо в суд. Я шел подрезать 200 денег у кого-нибудь. Ну, бывает. Не расстраивайся. Да, елки-палки. Ну, сколько можно сидеть в этой партии, а? Еще и 4 хода. Только подумаешь, там планы построишь, куда пойти. Хоп, посадят. Так, кто? Сириус еще не выбирал, по-моему.
Что-то долго ты выбираешь там. Да, думаю, сомневаюсь. И там минус 150. Ладно, сами выясняйте. 150 возьму себе. Не буду шестеренку так же вычитать. Еее, спасибо. Сами разбирайтесь там. А я в тюрьме посижу. А вообще готовлюсь к выборам, мы никого не пробуем. Вот что началось-то. Теперь нужны выборы. Пожалуйста. Хочется на них победить. Так, куда мне? Если что надо. Рейдерская атака или сальто мортали? Я туда не хочу, они там уже закоренелые бандюги. Надо. Главное, мыло не роняй. Они меня там на винтики разберут. Два гоблина и роб. Оправочка гремлина. Найс. Добрый пушист. Почему с меня-то? Ну, я тебе позалил. Ни у кого столько больше даже не было. Да, больше ни у кого не было денег. Я успел избавиться от своих. И тут же просто репрессии. Да, у меня нету ничего. Чисти, конечно, но нету ничего. О, много денег плюс один срок. Хорошо. Придется. Эх, ладно, терять нечего. Сколько выпадет, столько пойду. Да ё-моё. Лёша помнит мою доброту. К сожалению, тут одна перевыборы, как ты понимаешь, перевыборы мне. Поэтому, ребята, все простите. Чё? Ау. Ну, у меня и так ничего нету. Теперь у тебя нет ничего. Да это, кстати, Сириус нам хуже всех. Получается. Ну да, по сути. Да, я сильно-то не пострадал. Поскакал. А так поскакал. Вот это. Потружусь. Да. Это интересный поворот событий. Ну это вы ТЦД благодарите, это он мне забрал у меня кучу карт и дал вот это, что я сейчас сыграл. Поэтому чисткой надо пользоваться очень аккуратно. Нет. Мусор, отлично. Эй, 30 денег. Блин, да ты крёс. Неслыханное богатство. Я бы с удовольствием отдал 30 денег, чтобы отсюда выкарабкаться. У меня до сих пор нету ничего. Только что проверяли. Да. Вот он очень аккуратно сходил на лжесвидетельство между двумя этими просмотрами. Обмен? Ты у меня сбросил обмен? А что там за карта? Да, это оно выпало, там и денежку ты мне заплатил. Нет, почему? Я тебе ничего не заплатил. Ты просто обменял эту карту. Мне кажется, вот эту надо было мне скидывать. Игра. Я знаю, что в тебе есть 4, 5 и 6, а не только 1, 2, 3. 4, 5. Получить 4-5. Ну, почти выпало то, что ты хотел. Ну, да, это было близко, но недостаточно. Уже надо вырываться на волю.
Да хватит уже по два раза-то шнырять. Да ладно. Well played. Жесть. Так у вас еще ходы есть. Меня уже несколько раз так. Ну да, у нас с победы скидывали, не надо. У каждого по ходу. Ну я вообще как бы, увы. Даже если я вырваться смогу. Мне нечем останавливать. Только Сириус. Ну, у меня есть шаманский посох. Вот Сириус, вот снял бы ты тогда с него шестеренку. Кстати, ну, да, вот ты, у тебя была чистка, я так и не понял, почему ты меня не забрал сейчас вот это, что я сыграл. Как его? Вот эту пружину. Я место выбирал. Я пружину не видел. А, тебе место нужно, ясно. Я выбрал базар. Сириус. По крайней мере, я заработал в этой игре. Сириус в этой игре постоянно всех лидеров мочит. Ну, увы. Все. Облом. Удача не на его. Если бы только у тебя было лжесвидетельство. Добро пожаловать. Здравствуйте. Ну, последует. Самое интересное, подстава пришла мне потом. Да, конфискую я голос напоследок у него. Что за фигня? Ес, спасибо. Везука-базука. Да, это надо умудриться набрать 5 шестеренок за партию еще. Я выкладывал замечательный скриншот, где мы играли до 30 очков вчетвером, и я закончил с нулем. Меня там раскатали просто в ноль. Ну, всем спасибо за игру. Всем спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.